Добрый день, дорогие друзья! Данное видео мы решили записать по ситуации с Булбрандом, что у нас сейчас происходит и какие прогнозы. Соответственно, разговор хочу построить из трех блоков. Первый блок по поводу вообще ситуации в мире и ситуации Булбранда. Как вы знаете, цены на газ в Европе бьют рекорды, практически 4000 долларов за 1000 кубометров, что не может сказаться на отпускных ценах реального производства. Поэтому помимо той ситуации, которая есть сейчас на валютном рынке, еще есть непосредственно ситуация у самого Булбранда на производстве, когда производство стало дороже. Поэтому сама компания Булбранд приняла решение о повышении отпускных цен. Цены повысились очень прилично, порядка 20-30%. Поэтому те цены, которые у нас есть на сайте, они как бы включают в себя два момента. Первое – повышение курсовой разницы и повышение самой отпускных цен. Другому, к сожалению, мы делать не могли. Все это время мы достаточно долго держали нашу старую цену. Ну, соответственно, пришел тот момент, когда мы делать этого больше не можем. Что хочу сказать вообще по ситуации. Мы сейчас ведем очень, я бы сказал, такие позитивные переговоры по поводу привоза следующей партии Булбранда. Я думаю, у нас все получится. Соответственно, дополнительная информация будет либо в Телеграм-канале, либо ВКонтакте. Фейсбук, как вы знаете, сейчас не работает, но мы все равно туда делаем какие-то посты. Надеюсь, вы их тоже смотрите. Общая картина такая, что мы на данный момент планируем привести Булбранд. И сейчас я попробую ответить на самые популярные вопросы, которые я получаю, ну вот, скажем так, в день. Мы сейчас отгружаем где-то 5-6 заказов на Булбранд. И где-то 10 звонков я получаю от вас на телефон, по телефону. Самый главный вопрос, который всех интересует, какое у нас наличие. Очень вас всех прошу все наличие узнавать не по телефону, а пользоваться нашим интернет-магазином, который имеет адрес salvimusic.ru, раздел «Струны», «Струны по маркам». Там мы каждый вечер и в онлайн-режиме, если что-то кончается, обновляем информацию. Там самая актуальная информация. Почему? Потому что пока вы мне звоните, условно говоря, кто-то уже может что-то купить. Эти струны, которые по телефону я сказал, есть. К вечеру может не быть или вообще в онлайне может не быть. Поэтому самое лучшее делать следующим образом. Делаете заказ на сайте, его все видят. Заказы на сайте сейчас достаточно быстро обрабатываются, так же, как и раньше. С вами связываются наши сотрудники. Либо, если это отправка в регион, вы, соответственно, получаете, так же, как и раньше, номер отслеживания. Если чего-то нет, вам позвонят и предложат или замену, или еще что-нибудь. Онлайн-оплата. Онлайн-оплату на сайт мы вернули. Также добавлен на сайт новый функционал по отслеживанию тех позиций, которые сейчас нет в наличии. Вам нужно зайти на карточку товара, завести свою почту, и вам придет уведомление, когда товар появится в наличии. Вчера мы этот функционал протестировали, все прекрасно работает. Как только товар появляется в наличии, вам сразу же приходит уведомление на электронную почту. Также с понедельника мы открываем предзаказ. Что это значит? Допустим, у нас едет какое-то количество Булбранда. Ну, вот в данном случае у нас нет железа, допустим, приехало железо. Те заказы, которые сделаны по предзаказу, обработаются в первую очередь, и вы, соответственно, гарантированно получите свои струны. Следующий, самый частый вопрос, когда будет поставка? Этот вопрос, не могу сказать, что он подвис в воздухе, но он требует, конечно, определенных действий, как скажем так, и общая картина мировая на это влияет, и влияет, соответственно, политика там властей Евросоюза, наших властей и так далее, поэтому этот вопрос сложный. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.
С фабрикой мы находимся в постоянном контакте. Сроки поставки я бы сейчас называть вот прям конкретно не хотел. Ну, я надеюсь, что до конца марта, до там, условно, второй половины апреля мы эту проблему решим. И струны до нас доедут. Естественно, как только они появятся в Москве, об этом будет сообщено. Всех призываю подписываться на наши социальные сети, которые не заблокированы и работают. Это Telegram, ВКонтакте. Ссылки будут в описании к этому видео. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я там также укажу свой контактный телефон, могу на эти вопросы поотвечать. Но сразу предупреждаю, что если кто-то хочет позвонить и спросить, есть ли в наличии, смысла в этом нет, потому что все равно все заказы идут через сайт. Мы сейчас всех просим заказывать через сайт. Соответственно, я обращаюсь в первую очередь к тем клиентам, которые никогда не заказывали через сайт, либо ввиду возраста тяжело им заказать через сайт. Призываю вас воспользоваться услугами более молодых ваших родственников, либо знакомых и друзей, чтобы вам этот заказ сделали. Почему? Потому что у нас сейчас иногда бывает такая ситуация, что одновременно приходит несколько заказов, и нет возможности ваш заказ включить вне очереди, потому что есть заказы, которые уже сделаны. Поэтому самое быстрое, что можно вообще сделать, это заказать на сайте и дождаться звонка нашего сотрудника. Все, кто этот заказ сделали, могут вам подтвердить, что сотрудники работают оперативно и никаких задержек в этом вопросе нет. Соответственно, я всегда на связи. Наши сотрудники тоже всегда на связи. Всегда вам помогут и проконсультируют, но лучше всего делать непосредственно заказ. Включая тот заказ, который мы вам предлагаем делать как предзаказ. Следующее видео будет по необходимости выпущено. В этом я постарался ответить максимально на все те вопросы, которые мы получаем. Если у кого-то есть еще какие-то вопросы, без проблем можно мне позвонить. В описании к видео будет мой контактный телефон, все социальные сети. Я надеюсь, что в этом видео я максимально плотно рассказал и полно рассказал, какая на данный момент ситуация. Вот. И как бы надеюсь, что ситуация стабилизируется, мы также будем работать и так далее. Также хотел рассказать, что происходит сейчас с арфами. Ввиду такого высокого курса мы, к сожалению, не можем продавать арфы по старым ценам. Текущие цены, они, соответственно, коррелируются не только с курсом Центробанка, но и с тем курсом, который реально дают банки. Банки дают сейчас очень высокий курс. Поэтому, на мой взгляд, мое личное мнение, что не стоит сейчас торопиться покупать какие-то дешевые аналоги, которые, как вы все знаете, долго не живут. И, соответственно, подождать немножко, пока эта ситуация как-то стабилизируется, и можно будет купить все-таки ту арфу, которую вы хотели. Я вот свое мнение высказал по этому поводу. Другого мнения, к сожалению, у меня нет. Как бы те варианты, которые вы мне там предлагаете, рассрочки, либо еще какой-то вариант, сейчас, наверное, трудно себе представить, что можно на них согласиться. Я предлагаю, чтобы просто, подождать немножко эту ситуацию. Она такая уже была, мы не первый кризис с вами все переживаем. В общем, они все одинаково идут, то есть, скажем так, есть пик, потом, соответственно, какая-то разрядка должна наступить. По-другому, на мой взгляд, быть не может, потому что в первую очередь страдают как бы обычные люди в этой ситуации, и как бы, я думаю, что рано или поздно ситуация стабилизируется, и мы сможем также дальше продавать вам и арфы. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Всего доброго.